Бесславный конец Калин 86. Долги, алкоголь, энергетики и публичное одиночество. Блогер-миллионер Калин 86, он же Николай Галенко, оказался нищим, денег не хватило даже на похороны. Так, например, Дальнобой 596, он же Богдан Тунский и Дмитрий Радостин, он же по некоторым данным Долженко, объявили о сборе средств на похороны Николая Галенко. О смерти Николая Галенко стало известно 21 ноября, о смерти Калин 86, он же Николай Галенко, сообщил Дмитрий Радостин, он же по некоторым данным Долженко. Потому что я тоже долбился, стучал, ничего бесполезно. Я спустился на паркинг, посмотрел, машина стоит. В пыли, никто на ней не ездил. Ну и все, было принято решение скрывать квартиру. Я пошел в участок, в полицию, рядышком участкового, все дела, объяснил ситуацию, процедуры все эти, как там надо все это делать. В общем, вскрыли квартиру, ну и сразу обнаружили, вот здесь лежал, как, видимо, как шел, так и упал. Калин 86, он же Николай Галенко, пролежал в квартире 5 дней, пока дверь не вскрыли полицейские. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. В социальных сетях упоминали, что сердечная недостаточность была вызвана злоупотреблением энергетиками. По информации, которую я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, Николай Галенко смешивал Red Bull и виски, добавляя его вместо Coca-Cola. Также имеются сведения, что у Калин 86, он же Николай Галенко, остались долги на миллионы рублей. Эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, однако цена квартиры в Санкт-Петербурге, куда несколько лет назад переехал Николай Галенко, начинается от 7-8 миллионов рублей, а стоимость подземного паркинга там же – от 2 миллионов рублей. Помимо прочего, Николай Галенко недавно купил Toyota Land Cruiser 200, а это еще несколько миллионов. Отключение монетизации на YouTube в России стало для Николая Галенко большим ударом. Ранее он получал каждый месяц более 200 тысяч рублей. Но халява кончилась, и Калин 86 остался на одной зарплате. Родные не комментируют судьбу недвижимости и долгов Николая Галенко, а также его канала. Впрочем, после отключения монетизации на YouTube, канал Калин 86 никому уже не нужен. Ни одна из известных бывших сожительниц Николая Галенко, Элен Мирова, она же Елена Миронова и Юлия Станка, в своих социальных сетях не упомянули о его кончине. Похоронили блогера Калин 86, он же Николай Галенко, в Тюмени. В ритуальном зале собрались около 100 человек, многие из них – блогеры и подписчики Калин 86. Сейчас вы можете видеть у гроба Дмитрия Радостина, он же по некоторым данным Долженко, и Мишу, он же Мишаня, фамилия неизвестна. Примечательно то, что Калин 86, он же Николай Галенко, хранили в закрытом гробу. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.